Каждый человек. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Привет, друзья! Я даже не знаю, здоровалась ли я сегодня с вами. Что все, что я снимала, было достаточно, как сказать, тихими роликами, да? В общем, на самом деле, если честно, думала, прокачу вас сегодня в Тесле. Но не сложилось. Моя подруга освободилась раньше. Она должна была приехать ко мне в 6. И мы должны были у меня сидеть до 6:30. И потом вместе вычухать на нашу Girls Party. Girls Party Night Out. Короче, это все вместе, все, что можно было сложить, я сложила. В общем, короче, она в конце раньше закончила, и, в общем, она уже будет в кафешке ждать еще с одной девочкой. Поэтому в Тесле мы сегодня с вами не прокатились. Вот, но, в общем, едем. Едем мы в Арому, напоминаю, у нас такой, встречаемся этой компанией примерно раз в 2 месяца. На такого плана какие-нибудь ужины, то в ресторане, то в кафешке. Ну, в основном как-то стараемся что-то покушать, потому что все после работы, конечно же. Сейчас попробую отсюда выйти, с этого поворота я его ненавижу.
Вот, ребятки, так что едем мы с вами в кафешку. Если честно, я такая сытая, я вообще не хочу есть. Сейчас приду такая одна, все такие с работы, голодные, и она такая приходит. А я вообще с полным животом. Вы не подумайте, что я жлобиха. От кофе я, конечно, никогда не откажусь. Посмотрим, может, что-то сладенькое будет. Знаете, приходишь в кафе, там всегда вдруг видишь, там часто же бывает с картинками или какие-нибудь такие вкусные названия. Обязательно чего-то захочешь. Обязательно что-то купишь. Даже если не хочешь, захочешь. Вырулили. Так, все, сейчас едем на паркинг. Видите, сколько я отъехала от дома? Минута. Это возле меня недалеко Плаза на Разерфорд и Паттерст. Кто знает, кто здешний. Вот это вот мы на этой Плазе встречаемся. Бам-пум-пум. Тут проезд через стоянку, я заезжаю такую темную. Стоп, смотрим, что нету машинок. Сегодня, ребята, такой день, 5 лет. Думала, буду подводить итоги, что-то. Не, обычный день, никаких итогов. Уборки были сегодня. Подготовка к выходным. А я здесь встану. А я возле Оксаниной Теслы и встану. Вот Оксанина Тесла. Мои Оксаночки. Возле нее мы и припаркуемся. Вот она.